сидел на озере рыбак, в лодке с удочкой дремал и потому не замечал, как на воду лег туман. А потом увидел он белый пар со всех сторон. Что мне делать, как не быть? Как узнать, куда мне плыть? Посмотрел вперед-назад и поплыл он наугад, но коснулось на весло, берег рядом повезло. И рыбак пришел домой, дверь толкнул своей рукой, видит в комнате жена, словно статуя она, и не смотрит на него. За окном застыла ночь, неподвижно в люльке дочь, над плитой часы стоят, мухи в воздухе висят, сын стоит, разинув рот, и в прыжке со стула замер кот.